В городском округе Люберцы отметили День соседей. Это новый, но уже устоявшийся формат дворовых праздников, который объединяет культурно-развлекательную и информационную программы. Мероприятие прошло в рамках реализации партийных проектов «Единой России», «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД». Цель организаторов – возродить традиции добрососедства и повысить информативность населения в жилищных вопросах. Жители проконсультировались с представителями власти и управляющих компаний, а заодно и весело провели время с семьей и соседями. Праздник состоялся при поддержке местного совета сторонников партии и актива «Женщин России».